У меня есть полная уверенность в том, что развитие отношений с Китаем имеет в России общенациональный консенсус, и вне зависимости от каких исходов выборной кампании, Россия и Китай будут оставаться именно стратегическими партнерами на длительную историческую перспективу. Ли Юньчао, зампредседателя КНР, 2014 год. В России обширная территория, а в Китае самый трудолюбивый в мире народ. В России большая территория, мало народа, а в Китае наоборот большое население, мало земель.